Владимир Зеленский тут анонсировал очередной план контрнаступления ВСУ, который включает в себя разрушение Крымского моста и других объектов на территории России. Но на Западе интересно, что одобряют такие планы и действия Украины. Глава НАТО Йенс Столтенберг назвал удары Киева по гражданским объектам России правом на самооборону. А вот в Пентагоне вообще заявили, что это суверенное право Украины. В ответ на такие террористические действия ВСУ наши войска наносят удары возмездия исключительно по энергетическим и военным объектам Украины. Масовані терористичні атаки по Україні – це великий успіх російської армії. Насправді, це єдине, чим в своїх ефірах можуть похвалитися російські пропагандисти. Вони дуже радіють тому, що знищують нашу енергетику, цивільну інфраструктуру. І називають це ударами відплати. По словам президента, Россия была вынуждена отвечать на украинские удары по российским НПЗ в Киеве. Видимо, думали, что в эту игру можно играть одному, оказалось, что нет. Президент при этом отметил, что зимой по гуманитарным соображениям Россия не атаковала инфраструктурные объекты, чтобы не оставить без энергоснабжения больницы и школы, но... Киевский режим доброй воли России не заметил или не захотел замечать под давлением своих заокеанских друзей, поэтому удары будут продолжены. Слушай. Но, к сожалению, мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам в последнее время и вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть, мы даже исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов, имея в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. От як у цієї ботоксної морди язик повертається говорити про добру волю росіян? Минулої зими ви чомусь про лікарні, садочки і інші соціальні учреждення чомусь не думали, бо вам насправді завжди начхати на українців. Ось Мардан про це постійно прямо говорить. Смотрите, как русские уничтожают, соответственно, гражданскую инфраструктуру. Что мы будем кушать, как мы будем греться ночью теперь. Может быть, в этом причина, я не знаю. Но тут ведь как, до зимы же еще надо дожить. А судя по той скорости, с которой вот выключаются электростанции, подстанции, газовые хранилища, я думаю, что к наступлению нового отопительного сезона отопить придется кизиком. И это не метафора. И это не метафора. У нас, у добрых русских людей, есть один практический вопрос. А насколько наши вооруженные силы далеки вот от того рубежа, за которым на Украине должен наступить блэкаут? Придется выключить для начала, ну что, ну, Одесскую атомную электростанцию, она же южноукраинская. А почему, собственно, и нет? А почему, собственно, нет? Хотя нет, почему? Одесса слишком близко. А Хмельницкий или Ровно? Нет? Можем голосование, собственно, объявить, по какому энергоузлу, какой атомной электростанции на Украине имеет смысл нанести удар, если, в общем, определенное отрезвление в мозгах Зеленского и его генералов не произойдет. Такі терористичні удари і справді можуть продовжуватися. Бо, як пише Washington Post, зараз окупанти перейшли до нової тактики. На відміну від минулої зими, росіяни почали знищувати не лише електророзподільну мережу, а й саму генерацію електроенергії. І в цьому небезпека. Не лише тому, що світла не буде. Ударами по ГЕС вони можуть нас знову затопити. Дальше что будет? Точно, я думаю, будем делать схему ту же самую, что и в Харькове, потому что Киев и Харьков – это важнейшие узлы производства вооружений, ремонта вооружений, складирования, то есть логистические узлы. По Харькову как было? Мы уничтожали ТЭЦ, уничтожали подстанции, таким образом не позволяли перебрасывать в этот район энергию с других, в первую очередь, атомных энергоблоков. То есть, я так понимаю, постепенно выбивая ТЭЦ, ГЭС, и там еще в Вышгороде будут две ГЭС, одна Киевская, водохранилище держит, это вот Киевская ГЭС, и вторая там буквально рядышком, она в паре километров, Киевская гидроаккумулирующая электростанция, вот они вместе, я так понимаю, в ближайшее время, скорее всего, будут атакованы, потому что уничтожение вот этих двух еще электростанций позволит полностью, там еще есть на Дарнице ТЭЦ, ее нужно будет выбить, и в целом все, энергетический узел Киева в основном будет погашен.
дальше выбиваются подстанции от Ровенской, Хмельницкой АЭС. Все это, да, ситуация Харкова повторится и для Києва. Ось бачите, вони в прямому ефірі розповідають, які об'єкти атакують та будуть атакувати. А потім в тому ж ефірі кажуть, що це ми на тих ТЕС просто шини підпалили. Мерзотники. Вони, Украрейх, сообщають о том, що вона уничтожена повністю і, значить, восстановленню не підлежить, или, в общем, непонятно, коли підлежить. Ну, в общем, то, що називається воют. Я вже много раз говорив і повторю ще раз, що в условиях війни воєнну хитрость ніхто не відміняв, і кожен раз, коли ми щось поражаємо, і вони воют, що ми це все рознесли в куски. У них же дві крайності. Перше, що вони все збили. И второе, что мы разнесли все в щепки. Правда, всегда где-то посередине. Я уже говорил, и я знаю это не понаслышке, что вам на многих таких объектах в Украрейхе уже заготовлены горы использованных покрышек, которые они в случае чего поджигают, и горит все очень убедительно. И, ну, как бы ощущение, что все караула. А знаєте ще, яку брехню вливають у вуха путіністам? Мовляв, удари кинджалами, цирконами та будь-якими іншими ракетами взагалі не несуть ніякої шкоди цивільним. І українці від них навіть не ховаються. Что удары всегда достигают своей цели, и если брать в целом видео с украинского сегмента, где обычные граждане снимают моменты прилетов нашей герани, наших кинжалов и всего остального, да, то можно смело видеть, что люди идут смело по улице, да, что люди не боятся, что люди там не прижимают головы, не жмутся к стене, да, что говорит о том как раз, что простые граждане Украины четко знают, что наши удары наносятся туда, куда надо, и простые граждане не пострадают. Да. Наши, скажем, удары носят высокоточный характер. Нет фактов гибели гражданского населения либо отдельных мирных граждан. Таким образом, мы решаем чисто военно-прикладную задачу. Что касается ударов, это в самом деле хирургическая работа. Хирургически точная, хирургически сложная. В самом деле мы анализировали, да, пытались обсуждать перед программой, но нет ни одного сообщения о потерях среди мирного гражданского населения. То есть точечно уничтожаются инфраструктурные объекты, которые враг. По прошествии 2 лет войны, мы можем говорить уже об этом открыто, используют в качестве топлива для этой войны. Мы должны врага вынудить остановиться. Мы его вынуждаем, мирные при этом не погибают. Мирные не погибают? Моніторингова місія ООН з прав людини підтвердила, що лише в березні цього року вами було вбито або поранено щонайменше 600 мирних громадян. А це на 20% більше, ніж у лютому 2024 року. І все це через російські бомбардування. Насправді мета таких ударів проста – деморалізувати наше суспільство та схилити нас до капітуляції. Це і возмездие, як це говорить наше Міністерство оборони, що це и стремление показать, что мы реально можем, если беремся по-настоящему. Вот раньше не били, а вот сейчас ударили. И, возможно, мы это сделали, потому что вот эти варварские атаки и на Белгород, и теракт в центре Москвы, все это может подталкивать к таким решениям. Но мне кажется, что ответ все-таки не там. Ага. А ответ в том, что меняется понимание того, как правильно выиграть эту драку, эту большую, серьезную, если хотите, сакральную драку, в которой сегодня втянуты все, весь мир. Вот та стратегия и тактика, которая сегодня выбирается и усиливается, ну, если хотите, сейчас я предложу термин, он, может быть, неудачен будет, это тактика такой тотальной сдачи, противник должен сдаться. Мне кажется, что эти решения, они направлены на то, чтобы вот этот... как в целом единица экономическая, финансовая, политическая, военная, он должен прийти в такое состояние, когда потеряет способность к сопротивлению. И это сбережет в том числе жизни тех ребят, которые находятся сейчас на поле боя. Мне кажется, это главное в данной стратегии. И поэтому нужно сделать все, чтобы эта машина перестала функционировать. Украины. Год назад она была на пике получения военной помощи Запада. Это касалось средств ПВО,
Это касалось средств радиоэлектронной борьбы. Это касалось большого количества вещей, которые затрудняли эффективное поражение тех самых объектов, которые мы видим сейчас. Запад в этом плане, кстати, точно так же нам помогает. Это именно западная пресса ведь говорит о том, что количество, например, ракет для, условно, Патриот, которые есть у Украины, настолько осталось минимальным, что... А вы ей верите? Тут, смотрите, я, может быть, тоже не верю. Она вся заряжена под то, чтобы раскручивать этот конгресс на выделение денег. Ну вот, вот это сейчас еще один момент. Но, с другой стороны, абсолютно очевидно, что если бы действительно Украина уж просто разламывалась и трещала от количества этих Патриот, наверное, то, что мы сейчас наблюдаем, мы бы не увидели. Ну, по крайней мере, не в том объеме. Справедливо. Ну и третий момент, очень важный такой. Дипломатическо-идеологический. Так. Вот, собственно, Артем Юрьевич, опять я вам ждал, спасибо. Что вы с него начнете, если что честно. Что вы сказали про Конгресс. Да. Смотрите, наверное, лучшего момента для масштабного уничтожения критической инфраструктуры для Украины не найти. Вы правы абсолютно, Артем Григорьевич. У меня тоже, ну, как у человека эмоционального, постоянно возникает вопрос, почему мы делаем в ответ? Зачем нам нужно ждать обстрелов Белгорода? Зачем нам нужно ждать атаки на наши НПЗ? Зачем нам нужно ждать терактов, чтобы делать что-то в ответ? Так. И здесь, ну, простое объяснение, к сожалению. Хотя очень интересно, кстати, как вы справляетесь словами, с этими эмоциями. Оно называется «большая политика». К сожалению, та стратегия, которая, собственно, выбрана нашей страной, опять же, не знаю, к сожалению или к счастью, она позволяет... Вот то, что мы делаем планомерно на Украине, делать не просто с минимальными, уж простите за это слово, достаточно цинично, но тем не менее, имиджевыми издержками перед нашими настоящими партнерами, перед теми, кто понимает, какие у нас цели. И в этом смысле вот такой полномасштабный ответ никогда не вызовет вопросов у Китая, у Индии, у других стран условно нейтральных. Именно поэтому, когда я говорил про структуру момента, то, что мы сейчас наблюдаем, идеальный вариант. Эмоционально я бы очень хотел, чтобы все было вынесено, конечно, там, в первые месяцы средств специальной военной операции. Но то, что сказал Небензя про капитуляцию Киева, на мой взгляд, говорит о том, что то, что мы наблюдаем, в скором времени мы увидим еще раз. Понял. Насправді, ось такими розмовами про помсту чи відплату за якісь дії Сил оборони України Кремль намагається вдати з себе не агресора, а жертву. Апелює до справедливості та намагається сформувати негативне ставлення до України у цих самих країн глобального півдня. Та варто розуміти, що кожен акт чи кампанія терору Росії сплановані заздалегідь і ніколи не є імпульсивною реакцією на якісь наші дії. Бо саме Росія почала війну проти України. І російські атаки триватимуть незалежно від того, чи атакуватимуть Сили оборони України об'єкти на території РФ чи ні. Виправдання ворог собі завжди знайде. Ми несемо мир созидання, в отличие від режиму Зеленського, ну, который сьогодні опять виступив з терористичними призивами і обіцяннями ударити по Кримському мосту. В чистому виді це, звісно, міжнародний тероризм. Бо Кримський міст – це законна воєнна ціль. Крім цієї конструкції, законними воєнними цілями є й інші об'єкти на тимчасово окупованому півострові. Зокрема, аеродроми, з яких злітають літаки, якими бомблять Україну. І я вже мовчу, що вони розташовані на нашій території. Щодо російських ударів, то рашистам так і не вдається зламати волю українського народу. Ми не здаємося і не здамося. Тож тепер такими атаками вони вирішили хоча б схилити нас до переговорів. Але якщо переговори і будуть, то тільки на умовах України. Наші дипломати і президент зараз активно цим займаються. І Кремлю це ой як не подобається. Определились з датами мирного швейцарського саміту на Україну, який вони там збирають, так сказати, в Швейцарії в початку июня. Но мене що удивляє? Вот. Там написано так, значить. Выступил, значит, я специально выписал, глава МИД Швейцарии. Ни один мирный процесс не может быть возможен без России. Какого вы там собираетесь? Ну, это, понимаете, вот это вот что с трансами, что с этими министерствами иностранных дел западных, у них примерно вот так все. Невозможен. А мы соберемся и будем обсуждать мирные процессы без... Ну, поразительно просто, поразительно. Там из странностей Швейцария, как нейтральное государство, предлагает свои услуги Москве и Украине для переговоров, при этом забывая, что Швейцария более не является нейтральной страной ввиду того, что санкции она ввела против абсолютно России. Правильно.
Ну, насколько я понимаю, план их примерно следующий. Использовать эту швейцарскую конференцию для того, чтобы вот двинуть Россию ультиматум. Они с Западом разработали ее. Теперь говорят, давайте мы страны глобального юга подключим. Вместе все России такой ультиматум. А может быть, этот ультиматум очень понадобится просто для остановки боевых действий, если к этому времени, к середине июня, будет, может быть, более серьезное наступление армии России, как очень многие прогнозируют и у нас, и у них самое главное. Вот такое подключить страны этого глобального юга и от имени всех ультиматум. Ну, мы, конечно, против всего этого и говорим, нет, мы на это не пойдем. Как вы знаете, у нас вот возникла тема стамбульских договоренностей. Там в чем ее суть главная, стамбульские договоренности? Происходит демилитаризация Украины. То есть для украинской армии вводятся лимиты вооружений. То есть вот это то, что им поставили все, да, 80% уберите прочь из Украины. А о чем не договорились в стамбульских соглашениях, так это в том, что, значит, мы говорим, что эти, значит, гарантии безопасности Украины работают, если Украина выведет все это вооружение. А Киев говорит, нет, давайте они будут работать, даже если мы не выведем это вооружение. Мы говорим, не-не-не, если вы не вывели, то мы никаких уже гарантий вам не даем. Вот насчет этого тогда не договорились, сейчас мы предложили свою вот эту повестку. Как там, согласно официальной версии официальной Москвы, Украина парафировала договоренности. Це Путін знову захотів стамбульських домовленостей, бо йому дуже потрібна пауза. Тому їх так активно і просувають російські медіа, і навіть Лукашенко. Еще одно важное заявление, которое сделал Путин по итогам встречи с президентом Беларуси Лукашенко, касалось мирных переговоров с Киевом. Если коротко, то никаких бредовых формул Зеленского в Швейцарии, куда Запад как бы зазывает Москву, Россия обсуждать, конечно, не станет. Единственный формат, который возможен, это возобновление Стамбульского договора с Киевом. Правда, этот формат, как сказал Путин, Украина 2 года назад выбросила в помойку. Тогда Москва отвела войска от Киева, чтобы закрепить договоренности ключевым пунктом. Тогда был нейтральный и внеблоковый статус с Украиной. Путин еще раз сказал, что к конструктивному диалогу Россия готова по-прежнему, но не позволит себе что-либо навязывать. Во время встречи глава Беларуси Лукашенко тоже напомнил, как стамбульские переговоры сорвал Борис Джонсон. Насправді, не Джонсон їх зірвав. На російсько-українських переговорах у Білорусі та в Туреччині у лютому-березні 22-го року не було досягнуто прийнятного для сторін результату. Москва схиляла Київ до капітуляції. Сили оборони, які зупинили окупантів та гвалтівників під Києвом, позбавили українських дипломатів від необхідності піддаватися російському диктату. А жахливі знахідки у Бучі та в інших визволених містах продемонстрували, що трапляється там, де зупиняються бойові дії і починається російська окупація. Зараз Кремль не відмовився від своїх планів і хоче виконання його лише умов. Це не переговорна позиція, це ультиматум. А лягати під Путіна ми не будемо. Наші вимоги прості і давно усім відомі. Ще раз. Відновлення територіальної цілісності, повага до статуту ООН, відшкодування усіх збитків, завданих війною, покарання кожного воєнного злочинця і гарантії, що це не повториться. Зеленський, виходить, окончательно збрендил і пусть катиться к чорту з переговорами на таких і***ських условиях. Не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. З вами була Анастасія Норіцина. Побачимось!